Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артём Динамик. Продолжаем баловство в игре Call of Duty Ghost. Вот, сейчас еще сегодня повеселимся, побалуемся. Надеюсь, вам понравится. Что ж, будем шутить, прибаутить и делать это, попытаемся, очень динамично и очень активно. А в декорациях игры Call of Duty Ghost Multiplayer командный бой. Ну что ж, дорогие друзья, уже скоро все начнется, и мы побежим убивать злыдней. Ну давай, ну грузись, ну радость моя, ну ты хороший, ну грузись, ну пожалуйста, спасибо. Так, Дима, АК-12, АК-12. Так, лагать сейчас будет, сейчас будет лагать, минус секунд 20. Ты чё, дурак, что ли? Ты думаешь, что... А у всех чувак спрашивает лаги? Чувак кинул гранату, думает, говорит, я сейчас его зарежу. Ой. Ой. Ну вот на лагах он меня убил. Смотри, давайте посмотрим, как у него это выглядело. Я что там прыгал, не пойми что. Не, по-моему, это сервер, хост лагает. То есть это не... Кстати, дорогие друзья, когда у вас лагает мультиплеер, вы не пеняйте на свой компьютер, то очень сильно... Очень часто у вас лагает именно хост. Так. Нет. Не надо меня убивать. Я хороший мальчик. Спутниковый терминал активен. Так. Ой! Пока, дружок. Нет, не пока. Так. Оу! Не видел. Белоснежка. Ля-ля-ля! Мне показалось, собака рычит сзади. Я хочу прирезать пса. Он тут бегать любит. Так. Они там ведут. Пойду, что ли, ко всем. Давайте в доме закрысим. Все про так делают. Так. Спутниковый терминал. А, закрысили, блин. Ну, двоих убрали. Так. Где-то у корабля, говорит. Кто-то там не остался, который меня убил. Мы выигрываем бой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы страшны в гневе. Чувачки-пузаны. Цель нейтрализована, говорит. Хорошо. Бог. Ой! Хе-хе-хе-хе, внизу был. Давайте вот здесь выбежим, будем неожиданными. Оп. Какие мы неожиданные, да? Что-то я не вижу никого. Они... А почему они белые, а я как урод? В черном. Лег, блин. Так. Вот сюда положим. Это наша собака. Так. Перезаряжаю. Сейчас меня в спину убьют, 100%. Что происходит? Куда он делся?
Колдес-то! Вот он, невидимчик! Человек-невидимчик. Так. Там выходит кто-то. Приближается вражеский десант. Уже проиграли, а выиграли? Блин, граната ко мне прилетела. Ну, я тут, конечно, не сильно помог команде, но все равно я был красавчик, как обычно, да, ну, вы понимаете, я лучший. Знаете, как, если я много раз буду говорить, что я лучший, вот, все будут думать, что я действительно лучший. Так, ну, 8-6, видите, я даже не в минусе. Хотя, опять же, не разыгран. Так что, сейчас мы будем нагибать. У меня какие-то странные звуки в наушниках, будто, знаете, он так ломается. Так. Ну, давай, запусти мне игру. Игру запусти. Хочу играть. Хочу. Хочу убивать я. Ой, давайте сегодня Ашот поиграет. Ашота. Вот я не знаю, мне что-то в последнее время тянет подурачиться в видео. Я не знаю, вам нравится это или нет, но я решил чуть подурачиться. И сегодня с вами Ашот. Ашот, он будет играть это Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost. Вот, и Ашотик, он нормальный человек. Вот, он играет в Call of Duty Ghost и будет это убивать. И сейчас будет это делать. О, загрузка нама пошла. Хорошо. Вай, какой загрузка. Вай, хорошо. Слушай, хорошо идет загрузка. Сейчас мы будем нагибать вообще всех этих европейцев, американцев, антифашистов, вот всех будем нагибать, вот так что будут сейчас будут злые. Ашот сегодня злой, Ашот сегодня такой недобрый совсем, недобрый Ашот, он сегодня кукураза, не знаю что это кукураза, но он Ашот. Так, Ашот взял, ой, не любит Ашотик карту эту, ой, не любит, дебильный карта. Куча зданий и ничего больше, кроме зданий. Только сидишь, зад грей и говоришь, что ты хорошо играешь Call of Duty Ghost. О, ВКонтакте пишут Ашотику. Ашотик любит общаться ВКонтакте. Вот, это хорошо. Вот, первый кровь. Видите, полчаса прошел, первый кровь пришел. Хорошо. Наш первый кровь, да? А не, мы проигрываем. Хорошо. Нехорошо. Нехорошо. Вот еще тут Ашотика какой-то. Вазгена убил. Слева. Вон он. Эй. Ай, Вазгена убил, глянь. Вазген шел. Оп, не попал. Давай, иди. Эти, ай, хитрый жопа. Ладно. Дурацкий карта, коридорный, ужасный карта, куча зданий, только сиди, жоп грей, говори, что ты хорошо играешь Call of Duty Ghost. Ой. На что-то не беги. А что-то может и яйк надрать. А-та-та-та, только спин можешь, шакал, паршив шакал, вообще. Видели, паршив шакал был, спин можешь только. Он Ашота не любит. Что ты хочешь от меня, мой кинжал тебе в сердце? Оп! Ашота подорвали, и там еще внизу пришел человек был. Человек был один кинжал, а второй человек убил. Убить меня хотел, но я уже это, не сдался ему, да, не сдался. Я вот сюда бомба повешу. Аллаху Акбар. Вот. Ну, сейчас своим голосом скажу, не буду больше говорить Аллаху Акбар, потому что не хочу оскорблять чувство верующих. Итак, аля, пойдем. Слушай, Ашотик, аккуратно. Аккуратно, Ашотик. Слева там бой. Собак ушел. Вот, алиоп дали. Говорит, убей, когда он прыгнет. Он прыгнул.
сидит там, сидит 100% сидит. А нет, ты уже мертвый лечит. Минус 2, Ашотик. Ашотик сделал минус 2. Бегунов всяких там это. Цискоридзей положил. Цискоридзей тоже наш так. О, там кто-то рванул. Бабах был. Но не умер. Там терроризм и заниматься не получился. Так, окей. Окей. Где кто есть, а? Слушай, куда побежали, а? Где группа? Не видишь никого вообще, никакой. Живая душа не вижу. Его ранили, говорит. Ой, снайпер. Снайпер. Вот собак лежит, я клал собак туда. Хорош собак был. О. Так. Залезем. Огневая группа, группа. Вот тишь, куда побежали ты, невидимый какой, коричневый. Гамасек. И, наверное, просто это. Злой. Не успел. Хотел ты тишь. Калашник. Обнаружен вражеский спутниковый терминал. Не попал, не попал, никого не попал. Ой, в упор, сзади, с дробаном идет. Какой? Шакал, а паршивый, в спину всегда стреляет. Что такое, а? Что такое, а? Я лицом врага встречаюсь, а? Лицом. Или яйцом. Как получится. Под обстрелом кто-то там. Надо помочь. Я помощник. А что трудится? Работает. А шотик молодец. Ашутик строит много. Он любит строить и играть в Call of Duty Ghost. Вот так. И ты, стена кончилась, а я думал, там стена есть. А нет, стена. Что-то Ахмед сегодня не играет, видимо, со мной. Стой, кинжал возьми. Без кинжала хотел пойти. Где бомба? Там бомба. И ты что не предупредил, брат? А то без кинжала входят, еще видели? Как без кинжала? И тут он стрелять. Учит. Давай сюда положим бомба. И будем сидеть как Ашот. Как Ашот? Ну? Где стрелять-то? Война, бабаш! Война, бабаш, где? Все там? Не видно ни хрена. Call of Duty. Ой, кинжал возьми. А, это свой. У тебя есть? Хорошо. Так. Ой-ой-ой, вот всегда так. Спина опять, шакал паршивый. Сейчас шакала поймаю. Сейчас шакала будет там. Он мертв. Шакала наказали. Без кинжала ходил, видели? Кинжал дал. С кинжалом, чтоб хорошо было. В стену бежал почему-то. Где кто есть? У них там раненый. Надо помочь раненый. Я колледж медицинский заканчивал. Теперь строю много. Активировали спутниковый терминал. Без патронов ходил. Эй, лови там бомба. Поставил. Сейчас пойдем. Эй.
Эй-эй-эй-эй, кинжал надо было дать ему. А забыл кинжал дать. Думал, кинжал дам и будет веселый, а он с пистолетиком. Ай-яй-яй, сзади, скотина. Я думал, что полезет вверх, как дурак, как баран, как шакал паршивый. А я его такой, кинжал возьми. А он нет. Нет, не полез. Что? Показалось. Эээ. Плохие все какие. Я не могу. Что за люди, а? Я к ним со всей душой кинжал даю, говорю. Возьми, брат, кинжал. Они мне это тыщ-тыщ-тыщ пытаются. Убили пацана. Ни за что. Я, да, я лезу, лезу уже. Оу! Брат, не надо. Сталкер, 2-2-2-2-2-5. Хороший человек. Бомба поставлю здесь. А сам в окно пойду. Обхитрил. Эй, быстро, быстро. Контакты пишут, любят отчета. Пишут отчету, говорят, люблю тебе отчет. Ай, дробовичок в живот, бах. Ай, больно, блин, молодец, не шакал. Вот тебе. Привет, Ралли, как дела? Два, возьми кинжал, а? Слушай, хороший кинжал, острый. Так. Кинжал кому? Я продавец кинжалов. Так. Эй, да ладно. Хорош. Пойдем, пойдем. 2 секунды. Отсчет победил. Победа отсчета. Спасибо. Спасибо, капитан. Капитан, спасибо. Ты хороший товарищ. Все, хороший начальник, а? Вот так. Квиля, квиля. Смотрите, как делать. Хорошо. Па-па-па-па-па-па-па. Хорошо. Молодец. Молодец, квиля. Ну вот это. А что ты как сыграл? 13-10. Все нормально, все хорошо. Так, мы сейчас еще звонить получим. Будем звезды. Так, кружочек, кружочек. Так, ладно. Ашот нас покидает и возвращается совсем динамик. Хватит, один бой за Ашот провели, а то у меня уже голова болит от ашотиковских разговоров. Вот, ну что ж, дорогие друзья, вот так мы расслабляемся, балуемся, да и просто проводим время, чтобы не скучать. Сейчас мы начинаем следующую карту, я проголосую, пожалуй, за вот эту. С чем бы побегать здесь, конечно, давайте попробуем... Попробуем... Так, сейчас мы подумаем. Я раньше думал, что собаку надо убивать, когда она прыгает, когда ножом. То есть у меня пару раз получалось. У меня даже есть нашивка за это. Вот, но нет, можно убивать, оказывается, и ну, прыгающую собаку из автомата тоже. Там просто идет открытие всяких шлемов там и так далее. Посмотрим. Правила исключения в бою отменены. Выберите пол и внешность члена отряда. Давайте, друзья, грузитесь уже, ожидаем других игроков. Да я уже понял, что это склады. Все норм. Так, возьму-ка я Хани. Если что, сами понимаете, можно переключиться всегда. А мы пока постреляем. Пора за работу, бойцы. Так. Сразу сюда бомбу. Так, и надо посидеть, потому что сейчас у меня лаги пройдут, у меня хвост наладится. Огневая группа, цель уничтожена. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Брат! О, опять я шот включил. Вот. Что-то народу, как будто нет никого.
А есть. Кстати, для тех, кто не знал, если меня не убьют... Вот, открыл, забежал. Все. Оу! Чувак, ты его завалил, не? Этого сумасшедшего. Блин, меня трясануло из гранаты, они там сидят наверху. Да все нормально, это я, бро. Это твой спаситель, твой лучший друг. Армен Джигарханян. Так. Вот туда. Че сидишь? Кого ждешь? Придурки! Так. Ой, ослы. Вот это сейчас было хохма. Че он сидел, смотрел на меня? Я стоял, не шевелился. Я думал, сейчас завалят. Нет. Так. Кто там? Братья, кто там? Пробежал. Эй, двое. Не понял, в кого стрелять. Пострелял вообще выше всех. Пойду наверх. Иду бомбу поставлю. Мы под обстрелом. Я тёлка. Я играю за тёлку. Союзники активировали спутниковый терминал. Молодцы, союзники вообще молодцы, я вам скажу так. Эх, я вылез зря, да. Неправильно это вообще совершенно. Не тактически, не маневренно. Вылазить на карниз, как дебилы. До свидания. Кто-то был, да? Так, сейчас налево. Вообще, союзники, вы молодцы. Там битва, битва. Все, собаку я тебя защитил. Ох, нас в спину положили. Ну, от собаки я тебя спас. Я уже был ништячный парень. Так. Ой, ВКонтакте пишу. Так. Знаете, у нас то ли есть какой-то модный парень. Да как так? Из чего ты стреляешь? Спасибо. Патронов нет. Сидит там. Так. Крысок, ларисок нету. Ну? Ну? На, нож возьми. Без ножа, да в бой. Уходить отсюда, потому что он сейчас сюда придет. Так. Блин, а с чем он? С вектором. Интересная пушка, надо попробовать. У меня куча, у меня 70 этих золотых. Я все не знаю, что купить. Угу, там кто-то есть. А, собаку вызвал прям подо мной, скотина. Ладно. Надо из минуса вылезть, а то мы выиграем, а. Ох, его раскорячило весело, да? Так. Да блин, да как так? Пошел помогать.
Там их трое, по-моему, было. Где ребята наши? Спутниковый терминал активен. Блин, ну что ж мне на двух-то не хватило, а? Приближается вражеский разведывательный вертолет. Обнаружил вражеский спутниковый терминал. Сейчас я с разведывательного вертолета человека сниму. Кстати, кто не знает, то с этого чуда. Дружественный оракл в воздухе. А, ну мы уже выиграли. Там постреляете сбоку, сидит игрок, у него уже 100 хп стандартно, вы стреляете в бок, и он с вертолета падает, который летает, все. Так, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Молодец. Так. Крыса. Так. Ну что там у нас? Плохо-плохо, сыграли очень плохо. Да и пушка не моя, конечно. Так, ну давайте еще один бой для вас специально вот на этой карте. Если за нее проголосуют. Если нет, то ну один бой еще покажу. И на этом на сегодня закончим. Вот, потому что я уже устал от Call of Duty, я играю в нее. Чуть-чуть. Начинаю уставать потихоньку. Все, жду 25 числа. Когда начнутся клан Вары. Так. На 7, 6, 5, 4. Кстати, объясните мне, пожалуйста, почему отчет начинается с 11? Пищание, вот первый писк, это 11. Там пип, 11, 10, 9 и пошло. Если кто не заметил, обратите внимание. Начинается с 11. Что за странное, меня это гложет. Я постоянно бешусь и говорю, как так, почему с 11? Тут я тоже использую Honey Barger. Не купил я этот. ПДВ-ху, или как он там называется, ВБР-ку. Вот. Ну, ладно, побегаем с баржином. 3, 2, 1. Бежали. За работу, отряд призраков! Отряд призраков, это мы! Так. Лёша, ты куда, Лёша? Лёша, 13. Мы ведём! Так. Ху-ху, рванул кто-то. Так, дальше. Спутниковый терминал активен. Спутниковый терминал активен. Спутниковый терминал. Я хотел развернуться, активен. Но тупанул, shift не зажал. Ладно, побежали. Там перед нами хлопчики. Лёша, бежим, Лёша. Лёша, 13. Да, не ахти, пушка на дальней дистанции. Спутниковый терминал активен. Сидеть. Так. Как тут все рвануло-то, а? Амбая! Пам-пам! Так, сюда. Да блин, я на Е жал и не стрелял поэтому. Я тебя прикрыл. Испугался. Противник на первом этаже склада. Знать бы где склад. Воу. Ну ладно. Ну шикарно, ребята, ну по сторонам смотрите. Успение. Так. Приближается дружественная ракета.
Зачем ты ее запускаешь? Она тут бесполезна под крышами. Привет. Рад, что ты риснулся рядом со мной. Так. Сюда. Подойдите. Спутниковый терминал активен. Так, где еще, ребята? Спутниковый терминал активен. О, взорвался, за нами бежал. Ой, да блин, да как так-то? А кто меня убил-то? Я полное здоровье был, я подбежал к чуваку, хотел зарезать, а он вдруг умер. А его загрыз собака. А ты возьми нож. Ты тоже. Спутниковый терминал активен. Спутниковый терминал активен. Да что ты застрял-то? Так. Еще один. Так, пройдемся. Наверх. На! Зарезал паренька. Не, еще один. Пусти меня, я битый как этот, как суслик. Так. Мне бы еще одного найти. Другана. Я бы стал бы веселиться. Мне бы было бы очень весело. Блин, я не успел даже собаку использовать, блин. Ну что ж, дорогие друзья, здесь уже, конечно, получше мы сыграли. Вот. Но все равно не очень хорошо, мне не очень понравилось. Так, ну, получше, конечно, да, 12-4. В принципе, результат неплохой. Я также у чувака ниже результат. Так что так. Ну что ж, дорогие друзья, так мы развлекаемся. С вами был Артем Динамик, канал The Game Size. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, друзья, до встречи.